ужасный цветник или прекрасная ширма. Еще в прошлом году я решила, что необходимо отделить огород от сада. Для этого мы сделали небольшую перепланировку и объединили разрозненные грядки в одну большую. Получилось нечто вроде длинной узкой рабатки. По плану здесь живая изгородь из гортензии, но пока гортензия крошечная, где-то вот виднеется на заднем плане, здесь солируют однолетники и совсем немного розы. Розы этого года посадки и по росту, по размеру пока явно уступают шалфею мучнистому. На сегодняшний день ширма пока, конечно, невысокая. Просматривается и огород, и нарядные беседки за этим цветником. Но зато воздушное, колышащееся на ветру сиренево-синее цветовое пятно у меня точно получилось.